На протяжении последних 30 с лишним лет Азербайджану неоднократно приходилось выслушивать призывы к компромиссному разрешению развязанного Арменией конфликта. Сегодня нам доподлинно известно, о какого рода компромиссах шла речь. Азербайджану настойчиво предлагали поступиться частью своих суверенных территорий, прозрачно намекая, что это якобы единственный выход из сложившейся ситуации. Эти призывы, предложения и намеки поступали от стран, подвязавшихся на ниве посредничества в урегулировании конфликта. То есть в их представлении посредничество должно было состоять в продвижении интересов Армении за счет ущемления интересов Азербайджана. Как бы эти страны впоследствии не пытались в отдельном порядке отрицать свою причастность к этой позорной тактике, Баку свои выводы сделал. Главный из них заключался в том, что медвежьи услуги так называемых посредников лишь усугубляют ситуацию. Подтверждением тому служила демонстративная упертость Армении на переговорах, вдохновленная закулисной внешней поддержкой. Уверенный в своей безнаказанности, Ереван выдвигал условия, принять которые Баку не мог ни при каких обстоятельствах. Даже в условиях жесткого кулуарного прессинга со стороны покровителей Армении, выдававших себя за медиаторов. В итоге Азербайджан решил проблему именно тем путем, от которого его упорно отговаривали в расчете на постепенную консервацию преступного статус-кво по Карабаху. Единственным доступным пониманию Армении языком вполне предсказуемо оказался язык силы. Залихватское пренебрежение принципами цивилизованного общежития обошлось Еревану очень дорого. Армения была не просто унижена, но и находилась на грани полного исчезновения в качестве политической единицы. Однако в планах Азербайджана не значилась подобная участь для поверженного противника, тем более, что последний уже практически не подавал признаков жизни. То, чего так опасались опекуны Армении, свершилось вопреки их кропотливым усилиям. Максимально эффективным способом был положен конец многолетней оккупации азербайджанских территорий. Агрессор капитулировал, и только тогда Азербайджан пошел на компромисс, великодушно предоставив Армении шанс избавиться от клейма регионального изгоя. Баку предложил Еревану перевернуть страницу вражды и общими усилиями наладить подобающие соседям отношения. Международное сообщество должно было оценить этот компромисс по достоинству, поскольку на правах победителя Азербайджан вполне мог позволить себе иную линию поведения. Однако сегодня в адрес Баку вновь звучат призывы к компромиссам, теперь уже в контексте мирной инициативы Азербайджана. Буквально на днях пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер сделал вполне, казалось бы, конкретное заявление. По его словам, США никогда не увязывали проблематику мирного договора между Арменией и Азербайджаном с предстоящим Бакинским саммитом ООН по климату. Не прошло и недели, как в Баку поступило письмо от президента США, адресованное азербайджанскому коллеге. Содержание этого письма свидетельствует о том, что пресс-секретарь Госдепа, мягко выражаясь, лукавил. Байден призывает президента Алиева к новым компромиссам в диалоге с Арменией, предлагая приурочить их как раз-таки к ноябрьской конференции ООН в Баку. Что-то не сходится, мистер Миллер. По мнению Байдена, предстоящий саммит является уникальной для Азербайджана возможностью продемонстрировать глобальному сообществу свою приверженность миру. Во-первых, начнем с того, что этой фразой американский лидер словно пытается обнулить все усилия, предпринятые до сих пор Азербайджаном на пути к заключению мира с Арменией. Разве сам факт инициированного Баку мирного процесса не является убедительным доказательством предельно конструктивного настроя? Или планка американского представления об уникальности располагается повыше? Во-вторых, настырное ожидание компромиссов от Азербайджана отдает весьма подозрительным дежавю. Если предполагается, что Баку следует отказаться от принципиального требования об изменении Конституции Армении, то это абсолютно неприемлемая рекомендация. Азербайджан обозначил выполнение этого требования в качестве основного на сегодняшний день условия для заключения мирного договора. Предлагать Баку отозвать это условие в пользу ускорения подписания договора в лучшем случае нелепо. В худшем же случае мы вновь сталкиваемся с каким-то маниакальным стремлением задвинуть интересы Азербайджана на задний план. Баку уже пошел на существенный компромисс, согласившись изъять из проекта мирного договора вопрос Зангезурского коридора. Этот шаг был предпринят потому, что позиция Армении по данному вопросу фактически сводила к нулю подписание документа в обозримой перспективе. Теперь Ереван пытается представить все так, словно такую перспективу отдаляет и требования Азербайджана по армянской конституции.
И весьма симптоматично, что этот абсурдный тезис с энтузиазмом подхватили давно разоблаченные имитаторы беспристрастия.